Жеребенка этого решила оставить себе. Назову его, назвала его, вернее уже, Ричардом. Красоты он редкой. Похож прям на арабского. Если хорошие будут условия, хорошая еда и обойдется без всяких болезней. Один уже детский вирус они перенесли. Так. Вот муха цикатуха доводит, видите? Всегда до конца октября она активная. Потом в марте, в мае. Плохо, что лошади придумали бояться эту муху. Ну что, зато она и хочет бегать. Очень-очень мило. Все это смотрится. А у меня так, рутина. Привожу на поле водичку. Здесь у меня кобыла. С ребятами. А на другом у меня даже рыбца. Она даже яйца пытается отложить на машину, чокнутая эта глистомуха. Цу-цу.